никогда не забуду, когда у меня был концерт в Новосибирске, и наши выиграли у голландцев. Это было что-то нереальное. Там до утра ходили люди, кричали, скандировали, радовались. Мне кажется, что может сейчас объединить Россию? Вот просто вынести на новый уровень. Это победа в чемпионате мира по футболу. Это будет нереальное событие. Можно ли этого добиться? Мне кажется, легко. Я никогда не забуду. Я проводил чемпионат среди мальчиков, там что-то 9-10 лет, по футболу. Я вышел на поле, стоят они там, кто в форме ЦСКА, кто Спартака. Я говорю: ребята, у вас стоит огромная задача, через 10 лет вы должны выиграть чемпионат мира по футболу, вы готовы? Они: да. Вы порвете Бразилию? Они: да. Вы порвете Италию? Да. Мне кажется, надо пойти по китайскому пути. Нужно создать целую сеть школ, куда будут отобраны, надо отобрать всех мальчиков, выбрать самых талантливых. Допустим, не знаю, там поначалу 100 тысяч в этих футбольных школах. Через год их останется 50, потом 10. И на последнем этапе, когда им будет уже лет 20, их должно остаться там, не знаю, 30. Но это будут супер игроки, которые все посвящены, всю свою жизнь посвятят тому, чтобы стать чемпионами. И я уверен, они станут чемпионами. Вот мне очень хочется, чтобы Россия стала чемпионом мира по футболу. Я просто об этом мечтаю.